В конце жизни мы будем отвечать не перед республиканцами, демократами, политиками или теми, кто давит на нас, чтобы мы думали, как они. Мы будем отвечать перед Иисусом Христом. Он главный судья моей жизни. Я в ответе не перед теми, кого задевают мои убеждения. Я в ответе перед Христом. Я Пол. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Если у вас есть Библия, откройте 3 главу Филиппийцам. Павел здесь употребляет термин «граждане небес», потому что он обращается к группе людей, которые были римскими гражданами и гордились этим. Для них была честь быть частью Римской империи. Они... В Филиппах гордились тем, что у них, как у римских граждан, есть права. И на эти свои права они полагались. В них находили свою безопасность. Но если мы верующие, то граждане какой страны бы мы ни являлись, прежде всего мы должны напоминать себе, что мы граждане небес. Филиппийцам 3:20 Павел говорит, что наше жительство на небесах. Для чего он это говорит? Он призывает церковь в Филиппах не забывать, на кого должно быть их упование. Может, даже внутри семьи у вас разные политические взгляды, и у вас возникают споры с семьей и с друзьями. Но мы граждане небес, и наш Царь Иисус Христос. Мы ждем возвращения нашего Спасителя. Павел пытается им напомнить, что Кесарь не является их спасителем. Ваш президент не ваш спаситель. Ваш конгрессмен не ваш спаситель. Ваш сенатор не ваш спаситель. Церковь в Америке в 2020 году ваш спаситель по-прежнему Иисус Христос. Только Он является прочным основанием, на которое всегда можно положиться. Что бы ни происходило в Америке. Сегодня я хочу рассмотреть вопрос, как мы, последователи Христа, можем жить в Америке в это безумное время. Я знаю, на меня смотрят люди в разных странах мира, и я хочу, чтобы вы знали, вы очень ценны для нас. Мы вас любим, и Америка нуждается в ваших молитвах. В 21 стихе Павел говорит, что Христос, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Давайте скажем, мы граждане небес. Что это означает? Христос во время Своего земного служения был настолько радикален, что консерваторы не знали, в какой ранг Его поместить, и либералы не знали, как Его объяснить. С одной стороны, Он призывал людей к миру, а с другой, Он призывал к радикальным шагам. Если кто ударит вас в левую щеку, подставьте ему правую. Если у вас попросят рубаху, дайте и верхнюю одежду. Пройдите не одно поприще, а два. Любите, прощайте, делайте добро даже тем, кто сделал вам зло. Призывы Иисуса были весьма радикальны. Его последователи ожидали, что Он свергнет Римскую империю, инициирует мятеж. Но Он этого не сделал. Он отдает свою жизнь на кресте и затем уходит на небо после своего воскресения. Он призывает своих учеников проповедовать Евангелие в Иерусалиме, Иудее и Самарии, и даже до края земли. Бог призывает нас быть гражданами небес. Когда Иисус впервые встретил своих последователей, в Луки 9:23 Он сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Мы должны следовать за Ним каждый день, и это будет нам чего-то стоить. Вы просто призываете имя Господне, но чтобы следовать за Ним, нужно платить цену. Церковь в Америке. Платите ли вы цену за то, что следуете за Иисусом? Одна группа людей пожелала быть вегетарианцами. Они хотели иметь гибкий график вегетарианства. Это правдивая история. Иногда они ели мясо. Если им подавали мясо, они не отказывались. Но в целом они считали себя вегетарианцами, хотя и с гибким графиком. Они придерживались вегетарианства, когда это было легко и удобно. Они говорили, «Мы будем есть овощи,
когда нам это подходит и когда это совпадает с нашими планами. Среди христиан тоже есть такое мышление. Некоторые выбирают, во что они будут верить, а во что нет. Мне, пожалуйста, гамбургер без помидоров и салата. Я, пожалуй, буду верить, но тихо. В душе. Я буду христианином, но без ценностей брака. Я буду выбирать, во что мне верить, потому что я связан с политической партией. Я не стану посвящать себя полностью. Церковь в Америке. Насколько вы готовы следовать за Христом? Вы готовы жить посвященной жизнью? Нет? Я хочу благословений, но я совсем не готов чем-то жертвовать. Я буду жертвовать, если экономика станет нормальной. Я буду счастлив, только если изберут моего президента. Если нет, то все узнают, какой я в гневе. Если вы обиделись, напишите имейл Библии. Я проповедую по Библии. В 6 главе Иисус сказал кое-что столь же радикальное, что и я сейчас. В Иоанна 6:60 люди обиделись на его слова. Им нравилось, когда он их кормил и говорил то, что не противоречит их взглядам и преференциям. Но в тот момент им не понравились его слова. В 66 стихе сказано, «С этого времени многие из его учеников отошли от него и уже не ходили с ним». Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли вы отойти? Мне нравится ответ Петра. Куда мне идти? В тебе вся моя жизнь». А у вас тоже вся жизнь в Иисусе? Петру было все равно, будет ли он популярен или нет. Ему было все равно, сколько у него будет подписчиков в Инстаграме и кто отпишется от него. Мне все равно, если я потеряю работу, потеряю репутацию, вся моя жизнь в тебе. «Я весь твой Иисус, я гражданин небес». Иисус призывал своих учеников к радикальному посвящению. Христос должен быть Господом нашей жизни. Если Он не для нас Господь всего, Он вообще для нас не Господь. Если я не отдам Ему свои эмоции, свое мировоззрение, и если я не покорюсь Его Слову, то я просто зря теряю время. Для меня это всего лишь игра. Сейчас в мире 2 миллиарда людей называют себя христианинами. Но у скольких из них совпадает жизнь и молитва? У скольких из них образ жизни соответствует тому, что они говорят? Иисус хотел, чтобы люди осознали цену своего посвящения. Он проповедовал толпе и, казалось, намеренно сокращал количество служащих. А ученики говорили, «Эй, надо бы сказать людям что-то приятное, а то все разойдутся». Но Иисуса интересовало не количество последователей, а качество. Он искал тех, кто реально будет посвящен. Он говорил, «Многие скажут мне в день суда, «Эй, мы служили тебе, ездили в миссии, изгоняли бесов, посещали церковь, но я скажу, я никогда не знал вас, отойдите от меня». Почему Иисус так скажет? Потому что эти люди заменили близость с Богом на информацию о Нем. Они не знают о Боге и не знают Бога. Они знают истории из Библии о Данииле в львином рве и Давиде в Голиафе. Они знают, что их родители пережили встречу с Христом, но у них нет личного откровения. Иисус не хочет, чтобы церковь в Америке имела отношение с Богом только через пастора. Он хочет, чтобы церковь в России, Румынии, Африке, Канаде и в любой стране, где бы вы ни жили, Он хочет, чтобы Его церковь во всем мире имела личные отношения с Ним. Иисус пришел, чтобы разрушить идею о том, что вместо меня к Богу приходит священник. Бог желает говорить с вами лично. Он хочет, чтобы вы познали Его. Бог хочет, чтобы вы получали откровение из Его Слова. Точно так же, как вас захватывает спорт или ваши хобби. Знаменитости, политики, новости, выборы, любимые сериалы. Бог желает, чтобы вы с еще большим рвением стремились к близким отношениям с Ним. И в первой главе Филиппийцам, в 9 стихе Павел продолжает обращаться к ним, как к гражданам небес, говоря, «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала, чтобы возрастали не мнение, а любовь,
в познании и всяком чувстве, чтобы вы научились по-настоящему любить и не теряли голову. Церковь, в это время, когда мы не должны терять от чего-то голову, пусть вас не захватывают чувства настолько, что из уст выливается невесть что. Пусть ваши чувства не управляют вашей реакции. Пусть ваша любовь будет не просто сантиментами, но глубокой и образцовой, чтобы Христос мог вами гордиться. В конце жизни мы будем отвечать не перед республиканцами, демократами, политиками или теми, кто давит на нас. Мы будем отвечать перед Иисусом Христом. Я в ответе не перед теми, кого задевают мои убеждения. Я в ответе перед Христом. Мы должны напомнить себе, что только Христос — прочное основание. Ни один кандидат в президенты не имеет всех решений, чтобы исцелить нашу страну. Только Бог может исцелить и спасти Америку. И в 15 стихе он говорит, что некоторые проповедуют по зависти и любопрению, чтобы быть на виду. Их мотивы неправильные, но Павел говорит: «Я хочу лишь того, чтобы было прославлено имя Христа». И теперь смотрите, что он говорит в 27 стихе. «Будьте едины в видении, борясь за доверие людей к благой вести, немало не уклоняясь от противостояния». Ваше мужество и единство покажут им, против чего они выступают. Поражение для них — победа для вас. И то, и другое из-за Бога. И в этой жизни есть гораздо больше, чем доверие Христу. Есть еще и страдания за Христа. И страдания — такой же дар, как и доверие. Аминь, аминь, аминь. Ура страдания! Такова цена нашего следования за Иисусом. Если мы хотим следовать за Ним, то будут времена, когда нам придется проходить через боль. Крест — это не символ того, что все всегда идет по-вашему. Крест — это символ смерти. Дидрих Бонхёффер писал во времена, когда Гитлер убивал миллионы евреев: «Христос велит нам прийти и умереть. Христос велит нам умереть для нашего эгоизма, умереть для страха, для тревоги, для наших собственных целей и позволить Его целям стать нашими целями». Итак, Павел говорит в 3 главе, в 15 стихе: «Церковь, сосредоточься». На чем? На новостях по CBN, NBC, на Байдене, на Трампе. На ком нам нужно сосредоточиться? Павел призывает сосредоточиться на главной цели, и пусть главное остается главным. А кто у нас главный? Иисус. Те из нас, кто хочет всего, что есть у Бога для нас. Если у кого-то из вас на уме нечто меньшее, чем полное посвящение, Бог очистит ваше затуманенное видение. То есть, граждане небес, полностью посвятите себя одному Иисусу. В 7 главе Матфеем Иисус рассказывает притчу. Мудрый человек построил дом на скале, то есть он слушал и исполнял все, что говорил ему Бог, и потом пошел дождь, началась буря, дул сильный ветер, но дом устоял. Потом он говорил о неразумном человеке, который слышал его слова, но не применял их. Он построил свой дом на песке. И затем начался шторм. А штормы бывают как в жизни нечестивых, так и в жизни праведных. То, что мы христиане, не означает, что у нас не будет трудностей. Если со всех сторон вы переживаете атаки, это цена следования за Христом. Если вас преследуют и порой ненавидят за то, что вы верите в Слово Божье, это цена следования за Иисусом. Если же вас все любят, то что-то не так с вашим христианством. Штормы будут в жизни тех и других, но те, кто построили дом на скале, устоят, а кто на песке, их дом будет разрушен. Я помню, в 2004 году, когда я поступил в университет Олара Робертса, я видел, что люди строят свою жизнь на определенных вещах. Все должно быть по-моему. Это прочное основание для человека? Все должно быть по-моему. Я буду молиться до упора, чтобы все было по-моему. Я смогу пережить эти безумные времена. Главное, чтобы все было по-моему. Но потом все идет не так. И я видел это в своей жизни. Я имею веру. Только когда все люди получают исцеление, или у меня есть вера, и тогда
Когда не все исцеляются, как, например, с моим отцом, я молился о том, чтобы Бог исцелил его от рака, а отец ушел на небеса. А как насчет Америки? Она проходит времена потрясений. Также и в Римской империи были потрясения, и церковь в Филиппах пыталась понять, на чем им построить свое основание, на кого полагаться. Пол, я верю, Америке. Вот на что я точно могу положиться. Америка меня не подведет, я знаю. Я благодарен всем, кто сражается за эту страну. Но я не стану идеализировать Америку и делать ее своим идолом. Когда я умру, я попаду не в Америку, а в небеса. Когда вы умрете, вы попадете не в Америку. Бог обещает нам в Писании, что когда мы умрем, нас ждет обитель в небесах. Как сказано в молитве «Отче наш, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Мы должны быть осторожны с тем, чтобы не сделать Америку своим идолом. Это правильно — любить свою страну и ходить на выборы, в какой бы стране вы ни жили. В Америке, в Канаде, России, Конго, Гане, Танзании. Это хорошо — любить свои корни, но не стоит идеализировать свою нацию, потому что в какой-то момент вы будете разочарованы. И вот вам еще одно основание. Многим такое по душе. Мой пастор проповедует то, от чего мне становится хорошо на душе. Сейчас я покажу, что происходит в таких случаях. Это не про нашу церковь. Если вам нужны такие проповеди, найдите себе другую церковь. Бог не призывал нас к тому, чтобы всегда все было по-нашему, и чтобы всегда на душе было приятно. Так нельзя полагаться всецело на семью и друзей. Пол — это главное в жизни. Они — мое упование. Они не подведут. Семья вас разочарует. Друзья вас разочаруют. Я не осознавал, что строил свою веру на своем отце, пока он не ушел на небеса. Иногда мы не осознаем, на что полагаемся, пока мы это не потеряем. Вашу работу, вашу жену, вашего мужа, вашего сына, вашу дочь, вашего кандидата в президенты. Если только мой кандидат будет избран в президенты, тогда я буду счастлив. Я точно приду в церковь в следующее воскресенье. Если только его выберут. А если его не выберут? Пол, ты разбиваешь мне сердце. Нет, я просто напоминаю вам, что любое основание, кроме Иисуса, это хрупкое основание. И оно в любой момент может поколебаться, может разрушиться. Любое основание может потерпеть крах. Все это приведет вас к разочарованию. Это основание не устоит. Я люблю папу. Я знаю, он на небесах. Но мне понадобилось несколько месяцев после его смерти, чтобы осознать, что для того, чтобы мне быть счастливым, я ставил ставку на него. Я видел, что многие перестали быть христианами после его смерти. Они ставили ставку на пастора. На нем основывалась их вера и их уверенность. Такие люди уповают на людей и на свою работу. Помните, я рассказывал о человеке, который проработал на своей работе 30 лет? Это была хорошая, высокооплачиваемая работа. Там его ценили и любили. Работа была для него все, но в один момент его уволили. Когда в 2008 году рухнул рынок земли, все лопнуло, как мыльный пузырь, и он осознал, что строил жизнь не на прочном основании. Вот что происходит, когда мы уповаем на такие вещи, и мы, граждане небес, должны напоминать себе об этом. Упование на свой социальный статус. Пол, Инстаграм для меня все. Мои посты все лайкают. У меня куча подписчиков. И вдруг вы падаете под цензуру. Представьте, какой будет ваша жизнь, если Инстаграм закроют. Наша жизнь будет менее токсична. Это уж точно. Иногда я хочу вообще отказаться от социальных сетей.
Но с другой стороны, я благодарен за эту возможность. Мы должны напоминать себе, что наша идентификация не в нашей заработной плате и не в нашей популярности. Мы должны строить жизнь на единственно прочном основании, на Иисусе. Только это основание не подведет. На Христе, на крепкой скале я буду стоять. Все остальные основания — всего лишь зыбучий песок. Всего лишь зыбучий песок. На Христе, на крепкой скале я буду стоять. Все остальное основание — всего лишь зыбучий песок. Мы граждане небес, и поэтому нашим основанием должен быть Христос. Мы должны напомнить себе, что лишь Христос — наше прочное основание. Никто из кандидатов в президенты не является решением для нашей страны. Исцелить нас может только Бог. Только Бог может спасти Америку. Только 15 из вас в это верят. Как граждане небес, мы призваны не просто носить крестик на шее, но нести свой крест. И когда мы на своей работе, и когда мы в церкви, и когда мы в своем учебном заведении, где бы мы ни учились и где бы мы ни работали, Бог призвал нас нести свой крест. Это из Библии? Да. Об этом говорится в Евангелиях. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Следуй каждый день, а не просто однажды. В Откровении 3:16 Иоанн говорит, что церковь стала слепой. Иисус сказал, «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». Это призыв ко всем христианам покончить с потребительским удобным христианством и перестать во всем искать своего, искать выгоды для себя. Пришло время иметь жертвенное посвящение, найти свое призвание и оставить зону комфорта, полностью отдать себя Христу. Иисус выступает против удобного христианства. Он пришел, чтобы потрясти религиозные и политические платформы. Он пришел, чтобы перевернуть систему, показать, насколько она непрочна. Пришло время строить убеждения не на том, что мы слышим на телеканалах, не на том, что говорят демократы и республиканцы, но на том, что говорит Слово Божье, к чему призывает нас Христос — любить Бога и людей. «Я был голоден, и вы накормили меня. Я был наг, и вы одели меня». Вы сражались за слабых, защищали вдов и заботились о сиротах. Вы стояли на том, к чему призывает Слово Божье. Вы отстаивали истину и благодать. В 14 главе Римлянам Павел призывает с радостью принимать тех, кто думает не так, как вы. Не нужно на них нападать, если они в чем-то с вами не согласны. Павел говорит о том, что наша задача не в том, чтобы убеждать людей, но в том, чтобы любить людей. Наша задача не в том, чтобы всех судить, только Бог судья. А мы должны учиться любить людей и относиться к ним с добротой и уважением. Кого Бог призвал нас любить? Всех людей, включая и не нашего кандидата в президенты, включая не нашего госсекретаря и всех конгрессменов и сенаторов. Бог призывает нас любить всех людей и относиться ко всем по-доброму и с уважением. Потому что мы последователи не кого-то там, а Иисуса Христа. Я не последователь Трампа или Байдена. Я последователь Иисуса Христа. Вы знаете, чем больше я смотрю на вас, тем больше мне хочется обнять крест. Вот где я нахожу свою идентичность, свои убеждения. Вот где я нахожу свою любовь и свое прощение. Иисус даровал мне прощение.
Наша страна нуждается в этом послании, потому что сейчас наша страна разделена на два лагеря. Люди смотрят новости, и у них растет страх, растет беспокойство, гнев и враждебность. Пора вернуться в своих мыслях к тому, что действительно имеет значение. Поэтому Павел говорит верующим в городе Филиппы, что им пора прекратить быть такими разделенными, думать об империи и о том, за кем из людей им следует идти. Павел напоминает им, что мы граждане небес, мы не принадлежим этому миру. Я хочу обратиться ко всем нашим зрителям. Когда вы исповедуете Иисуса как вашего Господа и Спасителя, вы даете присягу Царству, которая больше, чем Америка и любая страна в мире. И Бог призывает нас, как граждан этого царства, жить угодной Ему жизнью, являть любовь и почтение, молиться за тех, кто поставлен над нами, ходить в мире со всеми, блаженны миротворцы. Подставьте другую щеку. Не забывайте, что вы граждане небес. Если вы еще не приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя, сегодня вы можете обрести самое прочное гражданство. Если вы устали от политической драмы в этой стране и готовы дать присягу царю, которого не избрали, и поэтому никто его не может переизбрать. Он восседает над всеми империями и царями. Почему бы вам не принять решение прямо сейчас? Скажите: «Иисус, я полностью покоряюсь Тебе, и сегодня я прошу Тебя сделать меня гражданином небес. Я буду жить для Твоей славы». Во имя Иисуса, аминь. Друзья, мы любим вас и молимся о вас. Не забывайте, что ваши лучшие дни прямо перед вами.